снимаем документальный фильм о древнем роде шаманов, которые поклоняются богине Баян. Шаманов с детства учат задабривать свою покровительницу и не допускать ее гнева. Эти шаманы — настоящие сектанты. Их обряды немного пугают. Богиня Баян вселяется только в медиумов из рода шаманов. Дорогая, ты в последнее время слышала какие-нибудь голоса? Ты говорила с ними? А? Если богиня действительно выбрала не медиума, а эту городскую киношницу, как мы удержим ее злое начало? Ты знаешь, что это? Если гнев богини не остановить, дух смерти пойдет по миру, как чума. Но почему именно эта девушка? Это ее предназначение. Нужно провести ритуал ее очищения. Что ты задумала? Паранормальные явления. Медиум.